Почему предприниматели в какой-то момент снимают корону и понимают... А все снимают? Ну, приходится иногда щелчком помогать. А иногда нужно спилить. Ну, любые фразы, любые глаголы, которые помогают пропушить. Ну, смотри, у человека всегда есть выбор. Выбор определяется тем, что для тебя важно. И если для него важно спасти бизнес, то он приходит и говорит: слушай, помоги. А если для него важно продолжать быть таким, каким есть, рано или поздно он окажется за бортом. Вот все очень просто. Но иногда люди могут и сами поменяться. Только в двух случаях. Если происходит что-то очень хорошее или что-то очень плохое, к сожалению.